Ставь лайк и пиши в комментариях, какой из этих топов тебе выпал, и он обязательно тебе выпадет в FIFA Mobile 20 версии. А спонсор... Всем привет, друзья, с вами Влад Кабуса. Давайте, пожалуй, сегодняшний выпуск мы начнем с новостей. Итак, MT сказал, что черный экран возникает из-за того, что процессор не может зарендерить игру. Все очень уныло и плохо. А темная графика из-за яркости экрана. Ребята, мне на самом деле особо нечего сказать. Вот как так может быть? Игра особо типа не поменялась. Там что-то супер новое не добавили. Я не вижу там супер таких кардинальных изменений, из-за которых, ну, у вас реально не должна работать эта версия FIFA Mobile. Я понимаю, если бы добавили много новых режимов, типа драфт, SBC и так далее. Вот тогда, конечно, возможно, типа сложнее было бы загружать эту версию FIFA Mobile, но особо кардинально жестких изменений так и нету. Все то же самое, что и было, так и осталось. Сложно врить, что будет дальше. Есть спорсы у себя в Твиттере написали, что решают сейчас самая главная проблема, которая есть. Это первый черный экран. Вторая проблема то, что выбивает во время игры. И это не прикольно, типа. Ну, типа, начинаете матч, бах, и выбивает. Чё за фигня? Непонятно. Никто еще не знает, что случилось. Ну и третья, когда проблема, я не знаю, о какой проблеме идет речь, они не написали именно какая проблема, ну что-то тоже третья есть, значит 100% критичная. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, испытываете ли вы какую-то проблему при входе в FIFA Mobile, есть ли у вас черный экран, или у вас все нормально, все идет, все как надо. Пожалуйста, мне интересно узнать ваше мнение, потому что, ну, без вас просто-напросто мы ничего не можем сделать. Друзья, сегодня, либо завтра у себя в ролике, я хочу разыграть бесплатно один звездный абонемент. Но если вдруг вы набираете 4000 лайков под этим роликом, я разыграю, например, 2 абонемента. Короче, каждый 4000 лайков я буду разыгрывать по абонементу. Что скажете? Думаю, интересная тема. 39 гривен это стоит. Я в рублях, если не ошибаюсь, это 1200. Я так, может быть, 1000. Честно, не скажу. Не знаю, сколько в рублях. На конвертировать, там конвертация забирает, когда ты покупаешь через свою карточку намного больше денег, чем 309 гривен. Там, например, покупаешь за 309 гривен, а забирают у тебя 320. Вот такая вот фигня, короче, Google. Сейчас мы купим вот этот вот абонемент для того, чтобы, ну... Нормально, комфортно можно было начать эту версию FIFA Mobile. Я начал без команды наследия, специально все с нуля захотел попробовать, посмотреть, как у меня вообще будет идти. Я буду минимальный донат делать на этом аккаунте. Так, знаете, вот то, что реально и вам буду разыгрывать, то же самое здесь будет на этом аккаунте. Именно для вас, мои друзья, PegasBet создали нереальный телеграм-канал, там, где вы сумеете зарабатывать до хрена бабок. Так что, как можно скорее, переходите по ссылочкам в описании, там вас ожидают самые лучшие прогнозы. Жду, как можно скорее приходите, ну хватит уже медлить, переходите! FIFA Points на этот аккаунт я не буду накручивать. Итак, обработка идет. Ну, денег вроде бы должно хватить. Итак, платеж выполнен, уже хорошо. Итак, сейчас скажу вам, сколько сняло денег у меня. Секундочку. Итак, секундочку, сколько же сняли с меня бабок? 900 рублей, 889, вот смотрите. Кстати, друзья, если кому-то из вас нужна крутка FIFA Points, обращайтесь ко мне в личном сообщении ВКонтакте. Скоро будем накручивать еще и монеты. Цены будут приемлемы для каждого из вас. Так, набор звездного абонемента. Ой. Звездный абонемент. Ну и звездный счет. Короче, начинаем забирать наши награды. Интересно, конечно. Ну-ка, давайте тренировочный опыт заберем. У меня, кстати, нету ни одного элитного игрока. Вы себе можете такое представить? Ни одного элитного игрока нету из-за того, что у тебя нету команды наследия. Наконец-то пуки у меня есть в составе. Хоть что-то хорошее. Впервые чудо случилось. Впервые у меня есть игрок с рейтингом 80 в составе. Я не знаю, это сложно на самом деле. Вы начинаете и тупо не можете проходить дальше, потому что у тебя не хватает достаточно топовых игроков. У меня нету ни одного просто элитного игрока. Ну, пуки это первый самый игрок. Монеты нереально сложно идут, если вы без команды наследия играете, это просто жесть. И спорс как-то очень сильно усложнили, и людям, которые до этого не играли в FIFA Mobile, им просто-напросто будет неинтересно заходить сюда. Потому что у них, во-первых, ничего нету, а у тех людей, у которых есть именно команда наследия, тем еще более-менее неплохо играется. А остальным это все просто уныние идет, жесткое при том еще. Так, тренировочный опыт забираем. Ребята, для вас я разыграю тоже абонемент. С вас лишь обязательно подписка на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать абсолютно любой комментарий вот там вот внизу, также присоединиться к моему телеграм-каналу и страничке в Инстаграме. Все ссылочки будут в описании. Все условия будут проверяться. Результаты сегодня в 10 часов вечера в Инстаграме, либо завтра в моем ролике. Я не знаю, где будет комфортнее вам, напишите об этом тоже в комментариях. Интересно узнать, где для вас лучше было бы, чтобы я делал результаты. Рейтинг нашей команды становится 79, уже можем немного увереннее себя чувствовать. Это
два дня задроса, даже третий день, грубо говоря, идет у нас уже задроса, чтобы собрать рейтинг 79. Я вот, например, смотрите, прошел полностью мировое турне, начал играть, типа, прошел все как надо, вот. Англию, типа, премьер-лигу не могу пройти, потому что у меня просто-напросто нужно, чтобы все игроки были с рейтингом 77+. А у меня рейтинг еще не у всех 77+, и поэтому я не могу завершить вот самое последнее. Все жалуются, то, что вообще нереально его пройти. Не знаю даже, что вам, ребята, сказать. Я вот хочу как можно скорее залететь вот сюда, в эту компанию, и пройти ее для того, чтобы вам записать, показать, как это делается, все дело. Ну и, типа, за эти все награды ни одного элитного игрока не получил. Вот начал Италию проходить, потому что просто-напросто не могу в премьер-лиге играть. А для того, чтобы я сделал, например, рейтинг всем игрокам 77, мне нужно, ну, потратить достаточно немало монет. Например, чтобы 77-м его сделать, нужно потратить 100 тысяч монет. Типа, ну блин, 82 тысячи, это дохрена выходит. У меня 5 игроков, которых, ну, просто-напросто нужно качнуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 игроков нужно качнуть, это нужно 600 тысяч монет. Для того, чтобы всем игрокам сделать 77 рейтинг. Это просто дичь какая-то. Я впервые такой вижу, eSports как-то, ну реально, неприкольно вы сделали. Событие, что мне нравится? Мне нравится событие летнее противостояние. Хотя мне тоже элитный игрок здесь не выпадал все еще. А хотелось бы, конечно, чтобы выпал хотя бы один элитный игрок. 25 жетончиков мы потратим. И, пожалуйста, ну, хотя бы один элитный игрок. Выпади, сверши чудо у меня на записи. Блин, ну хотя бы хоть три это золотые игрока, ну хоть что-то хорошее. Все скидывают, типа, скриншоты. Мне Абумьян выпал, Санчес выпал, Габриэль и так далее. А мне вообще ничего не выпадает. Вот такая вот фигня, типа, я не знаю, почему такое происходит сейчас. Но супер все не алло. Вот давайте команду наследия свою покажу, чтобы вы тоже понимали. Вот за то, что у меня просто-напросто был рейтинг 76 и потом нулевой. Вот такие вот награды даются. Да, я понимаю то, что я начал типа все с нуля, типа. Это понятное дело, но блин, ну такие награды, ну что попало, типа, блин. Из-за того, что рынок не открыт, вообще сложно фармить. На рынке хотя бы я сумею кликера поставить, да и буду нормально себя чухать, типа, заработаю себе монеток и буду в шоколаде. А сейчас, типа, ну... скучновато, пипец. И самая лучшая награда — это усиление навыка 50 штучек. Самоцветы 300, типа золотой урок 2 штучки. Элитных вообще нету, ну кроме него. В общем, вот такие вот дела, ребята. Я не знаю, что вам еще говорить. Если вам понравился этот ролик, поставьте, пожалуйста, здесь большой лайк. Я одному из вас сделаю бесплатно этот абонемент. С вас всего лишь лайки, подписка на мой канал, любой комментарий. И обязательно перейти по ссылочкам в описании, телеграм-канал и инстаграм. Всем вам хочу пожелать удачи. И как можно скорее, чтобы решили уже все баги, которые присущи FIFA Mobile. Ну и ждем, чтобы открыли еще рынок. Потому что без рынка реально мне скучновато. Не знаю, что делать, тупо задрочу в компаниях. Вот это вот уныло. Вот реально уныло. Всем вам до скорых встреч и всем пока!